Шествием ряженых и выступлением военнослужащих встретят Масленицу на Мозырщине. Праздничные гуляния пройдут в субботу 25 февраля. В программе праздника конкурсные игровые и театрализованные шоу, выступления творческих коллективов, игры, конкурсы, мастер-классы и традиционные состязания на масленичном столбе. Прощаются с зимой мозыряне всегда ярко и весело. В торговых павильонах можно будет приобрести и попробовать блюда национальной кухни и, конечно, отведать блинов. В музыкальном сопровождении духовой оркестр. Эпицентром мероприятий станет парк культуры и отдыха «Победа». Здесь ближе к вечеру, по традиции, сожгут чучело масленицы.